Что делать, если вот такой косяк? Надо вытащить анкер, но его уже забили. Прежде всего нам нужна гаечка, которая внутри. Опустить ее вниз. Но при этом постараться трубку саму не опустить. Потом берем плоскогубцы. За уголок цепляем. И вытаскиваем трубку саму. Без гайки пока. Потом берем анкер, этот шуруп. Закручиваем в трубочку. И достаем. Ой, в гайку. И достаем саму гайку. Таким образом достаются все забитые анкера.